Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то Гордей и интернетчик. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Все хотели, чтобы мы взрывали здания. Так что, ребята, сегодня ролик, где мы будем разрушать, взрывать и все уничтожать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем веселиться. Так, давайте начнем с маленьких зданий и все больше и больше. И в конце, я надеюсь, мы такой эпик сделаем. Первое, мы что, будем унитаз взрывать? Так давай, так как это унитаз, давай мы его гранатой взорвем. Ой, стой. Я ж профи, во. Интересно, разлетится ли? Это смешно реально было. Вставай. Так, скрежет досок, мы это знаем. Так, давай следующую постройку. Вот это сарай какой-нибудь. Давайте еще раз попробуем гранаты, а потом уже бомбы начнем. А может тебе лодочку? Давай, короче, вот эту бомбу взорвем. Ой, гранату ее активируем. Это сильно сейчас будет. Ой. А бомба не активировалась. Очень странная бомба. Ладно, давай следующее. Сегодня мы хотим максимально много показать. Так, давай вот эту бомбу, потому что она реально не очень мощная. Можно прям на лодку ее положить? О, она аж прогнулась. Стой, я бомбу держу. Взрывай ее. Ой, да что? Немножко не там. Ну ладно, давайте сделаем мы. Не, подожди. Активировалась. Бум. Блин, прикольно. Ну, лодка что-то целая. Ну, хорошо, вот давай, стой, стой. Был. Давай взорвем вот эту бочку. О, вот эту вот штуковину. О, прикольно, она чисто поджигает. А вот это, если мы взорвем случайно. Ой, прикольно, да, разрушает эта бомба? Я что-то слышал. Так, стойте. А ну ставь эту лодку заново. Мне не нравится, как мы ее разрушили. Она голимая. Стой, давай я карту очищу. Стопэ. Сейчас мы все сделаем. Чпонькс. Сейчас. А вот сейчас мы ее разрушим нормально. Отходите. Убегайте. Я уже, знаете, если делать хорошо, то надо взрывать такую бомбу. Ого, разлетелось все. Во. На тебе маленький дуэль. Так, давай посмотрим. Это что, лифт? Как его открывать? О, подожди, там что-то открывается вверху, не? Ой, я застрял. Зайти в сам лифт зайти надо. Так, прикольно, ладно, прикольно. Сейчас мы все сделаем, пацаны, сейчас. По красоте. Бомба лежит. Активирую ее. О, активировалась. Ребята, смотрим, как взорвется. Бум. Так, сделаем от первого лица. Мне кажется, будет более эпичней. Чпонькс? Нет, слушай, нормально. Нормально, да, взорвалось? Но бомба реально не очень мощная. Что, может, тот же домик, только с мощной бомбочкой? Давай, лупаш. Во, отлично. Давай вот с этой. Я не, конечно, я знаю, что это будет чересчур. Ты что, это было реально сильно. Ого, там крыша отлетела до конца карты. Нифига себе. Вся карта в дыму. Блин, ребята, настроение классное. Надеюсь, вы поддержите лайкосиком, подпишитесь на канал. Ролики выходят каждый божий день. Давайте поднимемся наверх, посмотрим, что это такая за конструкция. А, это просто как смотровая вышка. Да, давай прям тут бомбочку. Или наверху больше. Не, давай здесь, внутри, мне кажется, будет классно. Давайте сделаем... О, давайте напалмовую, сожгем тут все. Я отлечу в сторону, чтобы было видно, как это будет происходить все. Воу, круто. А ну, она разрушится или просто гореть будет? Нет. Блин, это значит не дерево, а какой-то другой материал. Хорошо. А мы взорвем вот этой бомбочкой. Она реально крутецкая. Смотрим. Ну-ка. Блин, осколки в воду падают, это реально круто. Блин, разработчики Гаррис Мод вообще просто игру доделывают. Что-то, конечно, улучшает, бывает и хуже идет потом. Что, может посильнее бомбочку на эту машину? Давай. О, давай я сделаю между столбами. Мне кажется, вообще будет еще круче. Давай тогда, ладно, раз ты хочешь мощную, на. Ребята, наблюдаем эпический взрыв большого здания. Бум. Из-за вспышки ярко ничего не видно. Во, какой гриб огненный просто. Чпоникс. Так, есть у меня еще, конечно, на запасе мощные бомбы, но мы ждем классные постройки.
Так, что там еще есть, пацаны? Блин, погода классная, как всегда в Гаррис Моде, птички поют. Блин, а вот это мне нравится. Это какой-то офис. Так, пацаны, поехали наверх все. То, что меня отталкивает, что за говно? А че оно как-то криво работает? Чпоникс. Ой, что-то, пацаны, не получилось, как я хотел. Бегите, глупцы! Бум! Блин, это реально круто! Прям в эпицентре взрыва быть, хорошо! Ой-ой-ой! Димас, это ты зря сделал. Чего? Это будет эпично, вот как вот сейчас вот. А ну, давайте посмотрим, что от здания вообще останется. Все раз... Ой, окна падают. Ничего не осталось. Вообще ничего? Даже полов нету? Да ладно. Блин, прикольно, да, взорвалось? По всей карте валяются запчасти. Давай еще какую-то эпическую постройку ставь. Давайте ту, которую мы не взорвали. Блин, вот это вообще класс. Так, начнем не сильно большой. Давайте так, чтобы ее просто подняло над землей и назад бросило. Давай, давай. Вот эта бомбочка сделает то, что надо. Ребята, сейчас будет не сильный мощный взрыв, просто эпический. Ладно, давай заново, стой. Ставь его заново, то я, да, переборщил. Так, ребята, сейчас. Все не то, Миша, все фигня. Хорошо, давайте тогда вот эту вот. Куда? Все, нормально, вот так пойдет. Что-то мне кажется, я вообще... Не, она сейчас... Во, пойдет, да? О, нормально. Так, стойте, не удаляйте, не удаляйте. Сейчас мы его немножко, этот, поубираем здесь. А какая у меня есть бомба? Вот эта вот. А ну. И где ее там? Ой. А что это за пшикалка? А, ну это походу... Это как обманка, что ли? Да, типа того. Хорошо. Давайте сделаем, как я давно хотел еще сделать. Отойдите, пожалуйста. Сейчас мы очистим карту. Я так хотел сделать. И... Бум. Немножко много бомб кинул, но в принципе мне это нравится. Так, это эпический корабль. Он управляется, да, я так понимаю? Не знаю. Я уже даже смотрю, как я вот тут бомбу положу небольшую под него и взорву. Так, давайте его подожгем. Напалмовая бомба в действии. Ой, не та бомба в действии. Можно, пожалуйста, я... Ну, куда ты катишься? Ну, назад, 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 назад. А, жопка горит. Димас, а хочешь увидеть красоту от напалмовых? Ну давай, покажи. Просто отойди. Я просто отошел и смотрю. Просто... А, я знаю, я что надеюсь, ты хочешь. Что сейчас будет, наверное, очень эпически, я так понимаю. Воу. Как в фильмах, знаешь? Да. А корабль что-то не очень разрушился. Так, я не понял. Корабль, мы же с тобой договорились. Ну, корабль, давай сделаем по-моему. По очереди разрушаем, ты бомбу скидываешь, потом я. У кого лучше? Запчасти, вы куда? А чего они в невесомости? Это слоу-мо кадры. Да-да-да, это знаешь, замедленности, как можно уклоняться от запчасти. Смотри, что я могу. О, до неба можно допаркурить. Ребята, смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы поставили 4 мощнецких здания. Знаешь, что сейчас это будет напоминать? Angry Birds. Давай по очереди. Хотя, зачем по очереди, я одной бомбой все взорву. Смотри, что я сейчас сделаю. Супер красоту, пожалуйста. Я одну бомбу кину, смотри. Одну, больше не буду. Оно все подорвет. Нет. Ой, она даже поломала. Вуу. Нифига себе. Эпический взрыв. Ладно, давай ты теперь поставь и взорви, мы посмотрим, как ты это сделаешь. А мы будем прям сдалека, ребята, смотреть. Потому что только так мы насладимся красотой. Ого, блин, это круто смотрится, очень. Офигеть. Так, это очень странно, почему-то здание осталось целым. Ого, я вижу, летит. Я эти бомбы знаю. Ой-ой-ой, они своим весом поломали. Ну... И что-то вообще нет, ничего. Сейчас все будет. Бам. Ого. Ошметки даже летают. Приземляется все. Блин, так немножко провисает, но ничего. Оно того стоит. Я запустил 3 мощненские бомбы. А, даже 4. Вижу, нифига себе ты их кинул. Я знаю эти бомбы. Так, если не меня... Ух ты.
Нифига себе, надеюсь, будет все хорошо. И компьютер не загорится, как этот взрыв. Так, сука, у меня 7 FPS. Вот так вы и хотели. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!